дорогие друзья. Очень скоро в Екатеринбурге стартует новый концертно-театральный сезон. И вот сегодня мы пригласили в нашу студию директора Уральского центра народного искусства Дмитрия Кокорина, чтобы узнать, что интересного происходит в этом центре. Доброе утро, Дмитрий Федорович. Доброе утро. Ну, вы сегодня пришли не одни, а с коллективом, априори, квинтет артистов Уральского государственного оркестра народных инструментов «Звезды Урала». Кстати, приветствуем наш оркестр. Но прежде чем услышим наших звезд, скажите, каким будет новый концертный сезон вот в вашем центре народного искусства? Новый концертный сезон, конечно же, в этом году основной точкой его является 70-летие Уральского государственного академического русского народного хора. Юбилейный концерт, который будет в декабре месяце, в начале декабря, скорее всего, в театре оперы и балета. В нашем зале будет несколько концертных программ, и также хор будет выезжать по всей области с юбилейной программой. Но основной коллектив, который выступает на нашей концертной площадке, это как раз оркестр «Звезды Урала». И по новой концепции, которую мы разрабатывали практически около 2 лет, мы планируем, что у нас будет практически каждые 2 недели новая программа русского народного оркестра. Чем будут радовать ребята? У нас разработано несколько абонементных серий, которые направлены на то, чтобы мы показали, что оркестр народных инструментов, русский народный оркестр может звучать совершенно в разных звучаниях, совершенно в разных ипостасях. Это и ретро-музыка, это и музыка из кинофильмов, это и серьезные абонементы «Европа глазами народного оркестра», это и романсовый абонемент. И, в общем-то, я думаю, что в этом сезоне мы, наконец, сможем эту концертную концепцию выстроить, тем более, что 9 числа у нас выходит главный дирижер, который создавал этот оркестр, знаменитый Леонид Павлович Карупа. И когда будет первый выступ? Первое выступление мы проводим, самое главное, ярмарку новых абонементов концертного сезона. Она будет проходить 20-21 сентября. И 21 сентября мы также запускаем еще один проект, новый абсолютно, такого социального направления вместе с оркестром. Ни для кого не секрет, что у нас сейчас старшее поколение достаточно обделено общением, какими-то программами. И мы специально для них подготовили ретро-программу «Танцы с русским оркестром». И будет презентация этой программы. Вход абсолютно для всех бесплатный 21 сентября в 15:00. 21 сентября, 15:00. Но я думаю, вы приглашаете не только старшее поколение. Потому что здесь, мне кажется, есть резон еще и молодое поколение привлекать для того, чтобы они некоторые знакомились с русскими народными инструментами. Потому что все же забывают. Гитару, может быть, еще знают. А то, что у нас есть балалайка чудная, да? Вот, гармошка, ну и другие народные инструменты. Я абсолютно с вами согласен. Эти программы у нас также сделаны в рамках программы патриотического воспитания. И с программами для молодого поколения мы выезжаем прямо на места, мы ездим по школам, по институтам, по средним специальным учебным заведениям. И знакомим их с русской историей не в чистом виде, просто балалайка, домбра, баян, гармоника, а что связано с этими инструментами в русской истории. То есть связывать это с нашими истоками нашей культуры, с тем, кто мы есть на самом деле, откуда мы вышли и почему эти инструменты важны для нас. И почему они так любимы и до сих пор значимы. Вот для тех, кто не знает, как звучит русский народный инструменты, сейчас наши ребята, тоже, которые уже приготовились, исполнят молдавскую мелодию, которая очень часто раньше звучала и на телевидении, и вообще на концертных площадках. Называется она «Жаворонок». Слушаем. Thank you.
Большое спасибо музыкантам. Только что вы прослушали коллектив «Априори», квинтет артистов Уральского государственного оркестра народных инструментов «Звезды Урала». И сегодня у нас в гостях также был директор Уральского центра народного искусства Дмитрий Кокорин. Спасибо большое за встречу. Творческих успехов и будем встречаться на концертных площадках. Спасибо, приглашаем всех желающих, приходите. И с наступающим вас юбилеем. Спасибо. А мы продолжаем нашу программу.